Хорошо, у нас остались 10 вопросов к вашему куратору, и сейчас мы будем приглашать ее в нашу комнату диагностики. И я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя, либо... Формируется энергия. Хорошо. Мужчина это. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Ливы. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате. Приветствуем. Приятная энергия здесь даже. Я наслаждаюсь чистотой. Зовите меня Сима. Сима? Да. Сима. Приветствую вас, уважаемый Сима. Меня зовут Влад, это Вера. Мы проводили чуть раньше чистку Ливы, сегодня проводили проверку перед этой встречей. Лива оставила 10 вопросов, которые она написала, эти 10 вопросов, которые она хотела бы вам задать, уважаемый Сима. Будете ли вы так любезны ответить на эти вопросы? Да, я с радостью понесу свой свет, отвечая на вопросы. Благодарю вас. Первый вопрос. Откуда взялась моя душа? Какая я душа? Это прекрасный вопрос. Ты солнечная душа со звезды солнца. Несешь солнечные энергии. Мы приветствуем представителя солнца в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю за это приветствие. И я приветствую ангельский мир. Благодарим вас. Идем дальше. Гибридные души. И гибридные души, безусловно, конечно. Можем идти дальше? Пожалуйста. Второй вопрос. Каков уровень моего высшего я? 9 уровень высшего я. Благодарю вас. Третий вопрос. Каковы мои главные душевные задачи? Ну, как представитель солнца, в тебе текут солнечные энергии, которые ты должна нести и распространять по земле. Это будет легче делать, если ты будешь получать энергии Земли и связывать ее как спираль с энергией Солнца. Тогда ты будешь наполнена, и связь будет идеальной. Земля не может без Солнца, и Солнце скучно без Земли, так как оно светит для Земли и ее жителей. И обитателей флоры и фауны. Какой замечательный ответ. Вы закончили? Да. Я благодарю вас, уважаемый Сима. Идем дальше. Четвертый вопрос. Каковы мои основные блоки и модели мышления, которые мешают моему развитию? Твоя главная причина непонимания – это то, что ты всех сравниваешь с собой. Жизнь, которую ты прожила до сегодняшнего дня, была благополучна, и у тебя мало опыта в этом воплощении о серьезных проблемах. Но люди вокруг тебя не все были настолько успешны и благополучны. У многих была трудная жизнь, они получили свой урок на этом, тот, которого, можно сказать, не было у тебя. Но ты считаешь, что все прошли благополучную жизнь и думаешь, что все думают, как ты. Тебе нужно немного поменять мировоззрение, как правильно заметил интерферент, навострить ушки и понять, что не все идеально и с добром настроено к тебе, особенно в астрале и в твоей медитации. Здесь больше негативных и паразитирующих сущностей, которые ждут измененное состояние, чтобы предстать в виде помощников, кураторов, ангелов и других представителей, указывающих светлый путь.
Не надо верить всему, как я уже сказала. Нужно навострить ушки и понимать, что есть альтернатива, есть зло и есть паразитирующие сущности, которые ждут. Нужно уметь защищаться и различать их. В наивном состоянии это трудно сделать. Всегда нужно помнить, что есть альтернативы – черное и белое, сладкое и соленое, зло и добро и так далее. Благодарю. Идем дальше. Пятый вопрос. Какие ценные таланты моей души я сейчас не использую? Подключи к своим медитациям. К своему спокойствию, энергии солнца. Почувствуй, как они спиралью играют в тебе, проходят по всем твоим чакрам. Ты не используешь свою визуализацию и внутреннюю силу. Все, что ты используешь извне. Твое тело ведет тебя, ты стараешься, но внутренние силы пока спят, ждут тебя. Время пришло проснуться и начать чувствовать энергии Земли и Солнца внутри себя. Таким путем, подключая и визуализируя спиральные энергии внутри себя, ты будешь полной. Энергии Солнца будут выходить из тебя. Таким образом, плотность внутри тебя изменится, и новые интересы, люди, информация притянется к тебе. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Каковы мои особые исцеляющие способности и как я могу их использовать? Прекрасный вопрос. И опять мы вернемся к энергии Солнца, которая внутри тебя. Ты не сможешь использовать ее без визуализации. Ты можешь представлять прямой канал от Солнца к тебе в виде спирали, чтобы зарядиться или просто выходить на Солнце, приветствовать и заряжаться. Твой внутренний дух моментально активируется на энергии Солнца. Этой же энергией ты можешь излечать себя и окружающих. Но если ты будешь только это знать, радоваться и не работать с этим, это не сработает. Твои лечебные качества останутся холодны. Я говорю о том, что тебе нужно изучать глубину своих энергий, так же, как понимать манифест, а не просто читать его. Это нужно чувствовать, визуализировать, как манифест. Ты выставляешь защиту, чувствуешь и видишь ее, понимаешь, что вокруг тебя вибрации, твое намерение, которое не подпускает никого. Также твои энергии Солнца. Ты должна понимать их глубину и силу, а не просто представлять спиральку внутри себя. Чувствуй, как энергии Солнца идут в твои ладони и выходят из разных чакр вокруг тебя. Это определенное свечение, но идет оно изнутри. Изучай себя и свою глубину. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Сима. Я перехожу к седьмому вопросу. Короткий вопрос. Как с вами связаться? Давайте остановимся на моем имени. Сима. Можно продолжить и сказать семафор. Что имеет семафор? Красный, желтый и зеленый цвет. Отбросим желтый. Хорошо. У поездов нет желтого. Верно. Красный и зеленый цвет. Входя в легкую медитацию,
Соединившись энергиями Солнца по спирали, направляя их прямо к Солнцу. Это защищенный, очень вибрационный, высоковибрационный, я бы сказал, горячий канал. Редко кто осмелится по этому каналу вмешаться и подключиться. Задавая свой вопрос и получая ответ, кроме того, что ты услышишь в уме, представляй цвета красный и зеленый. Зеленый положительный, красный отрицательный. Это твоя домашняя работа. Старайся развить это знание, отчеканить его, и связь наша будет прямой, постоянной и легкой. Благодарю. Благодарю вас, Сима. Чувствуется ваш земной опыт. Вы давно жили на Земле? Да. Я предвидел этот вопрос. Извини, что перебил тебя. Я жил на Земле совсем недавно по земным меркам. Можно сказать, только умер. Благодарю вас за этот ответ. Идем дальше. Итак, восьмой вопрос. Пожалуйста, опишите среду, в которой чувствует себя моя душа в своем потоке развития. По-моему, я уже описал. Поток развития – это соединение с Землей, радость земным, земным успехом и земному развитию. Я говорю сейчас про времена года. Радость весне, когда все расцветает и оживает. Радость дождю, радость снегу и летнему солнцу. Я объясню. Природа, она не в режиме, она не в суете и не в хаосе и не в рутине. Природа есть свой баланс определенный, но природа живет так, как хочет, меняя дождь на снег, ветер и ураган на солнце. И так далее. Соедини свои солнечные энергии с природой, где бы ты ни находилась, в какой бы ситуации. Главное, помни, что в урагане ты, в летнем дне, в дожде или снеге, снегу, внутри тебя светит солнце. Оно выходит за пределы твоих тел и согревает окружающий мир и всех, кто в нем находится. Я хотел сказать этим, что твоя среда создается тобой, собой и твоими внутренними энергиями, где бы ты ни находилась. У тебя все внутри. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый Сима. Идем дальше. Девятый вопрос. Пожалуйста, просканируйте мое энергетическое тело, на какие органы или области тела мне следует обратить внимание. Желудок. Желудок – это второй мозг в биороботе. Обрати на него внимание. Желтая, оранжевая чакры. На энергетическом теле все правильно. Я же говорю про биоробот и биологические процессы. Благодарю вас. Вы закончили здесь, уважаемый Сима? Или хотели добавить что-то еще? Достаточно. Благодарю вас. И последний, десятый вопрос. Что я еще должна знать, о чем не подумала спросить? Буду очень признательна за предложение. Ты не подумала спросить, как работают твои солнечные энергии, но, по-моему, я уже достаточно объяснил во всех 9 предыдущих вопросах. Сейчас я прошу тебя протянуть ко мне свои ладони. Я пропущу через тебя спирально энергию Солнца. Спираль немного растянута. Не делай ее сжатой. Представь так, как тебе будет комфортно. Готово, ты можешь светить. Благодарю вас, уважаемый Сима. Вопросов больше нет.
На этом месте хочу просто заметить, нам с Верой довелось один раз по приглашению солнечной души. Мы были, скорее всего, на спутнике рядом с Солнцем. И потом от орбита. Этихин... Орбита. А на орбите мы были, да, в этой комнате, где принимают делегации. Пообщались там с душой от Солнца. Потом нам эти энергии, конечно, мы отходили 2 дня с Верой после них, потому что это тоже не для каждого. Я с Плеяд, Вера с Гипербореей, поэтому я хотел сказать, мы имеем этот опыт, мы очень рады, что куратор Солнце приходит к нам, и вы не первый, кто к нам приходит. И позвольте на этом месте маленький нюанс заметить. У нас есть очень добрая традиция в этой комнате диагностики. Каждому куратору, каждому учителю, который нас посещает в этой комнате диагностики, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на Земле. 1, 2, 3. И мы спрашиваем разрешения уважаемого куратора Симы, будет ли он так любезен принять эти ягоды, о которых он наверняка знает, так как недавно проходил воплощение на Земле. На добрые воспоминания, в знак благодарности и за его помощь. Замечательный подарок. Благодарю. Навеяло много воспоминаний. Благодарю вас за этот прекрасный подарок. Во благо. Передавайте от нас привет вашей замечательной звезде Солнцу. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы открыть им двери, убрать эти преграды, которые мешают развиваться, а дальше в эти двери они пойдут уже сами. Благодарствуем. И мы благодарим вас. Желаем вам всего наилучшего. И я говорю, до скорых встреч. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Хорошо. Лива, мы закончили встречу с вашим куратором Сима. Вы получили ответы на все свои вопросы. Она показывает, как она вся светится изнутри. У нее идут лучи из рук, из тела всего. Маленькое солнце, да, так и есть. Очень рада встрече. Благодарю вас за эти вопросы и ответы. Я очень счастлива. Замечательно. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все это перешло на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Ливы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем.